Многие любят морковку по-корейски, с добавлением различных пряностей. Предлагаю попробовать сельдерей с морковкой, приготовленный таким же способом. Сочетание удачное и блюдо полезное. Корневой сельдерей и морковь хорошо дополняют друг друга. В данном случае пропорции равны, но можно изменить количество ингредиентов, добавляя больше моркови или сельдерея. Количество острого перца корректируйте по своему вкусу. Сельдерей корневой – 500 грамм, морковь – 500 грамм, чеснок – 3 зубчика, масло подсолнечное – 70 мл, уксус – 9%, 1 столовая ложка, смесь пряностей – 2 столовые ложки, для морковки по-корейски, сахар – 1 столовая ложка, соль – 2 щепотки, количество порций – 4-6. Подготовим ингредиенты. В кастрюлю наливаем масло и уксус. Добавляем смесь пряностей и рубленный чеснок. В составе пряной смеси – кориандр, сушеный чеснок, паприка, черный перец, красный острый перец и лавровый лист. Все подогреваем. Смесь должна быть теплой, а не горячей. На специальной шинковке трем корень сельдерея и морковь. Добавляем соль и сахар. Перемешиваем, немного прижимая. Высыпаем сельдерей с морковью в теплый маринад. Перемешиваем, затем утрамбовываем и оставляем мариноваться 1-2 часа, в зависимости от того, насколько крупно натерты овощи. Сельдерей с морковью по-корейски готов. По желанию, можно добавить черный тмин или кунжут. Приятного аппетита!